Дружище, я читал статью MJ про Симкарию. Я очень надеюсь, что не на лету. Прости, вжился в роль учителя. Исправлюсь. Так что насчет статьи? Статья была отличная. А фотографии? Где они нашли этого Питера Паркера? Уверен, MJ тоже все время гадает. Как прошла поездка? Не пришлось доставать свой костюм? Да не. Соболь, Ститы и Стаи сами прекрасно управились. Я только рядом стоял, да снимки делал. Кажется, ты неплохо отдохнул в этой своей командировке. Ага. Я полон сил и готов яростно сражаться. С ассорами у себя дома. Нет! Все в порядке. Ну как, отдохнул в своей командировке? Ага. Я полон сил и готов яростно сражаться. С ассорами усилий. Да уж, иметь свой дом прямо праздник каждый день. Похоже на то. Ладно, пока. Потом поболтаем. Подполье, кажется, взламывает рекламный щит.
надо отследить сигнал и узнать, где прячутся. Навожусь на цель. Отслеживаю сигнал. Ищу сигнал. Так, музей современного искусства. Ищи древнее среди современного. Не забудь поднять глаза. Эй, а ведь на балконе, выходящем к реке, у них была окаменелость. Взгляну.
еще подсказка. Бум! Кажется, я иду к CODB. Где правят деньги, там ты найдешь музыку, висящую среди огней. Первый раз. Картины пришлось чуть ли не силком тащить в музей современного искусства. Зачем нам эти картины с пятнами? Но мы с мамой знали. Мы должны показать вам, что на мир можно смотреть по-разному. Иногда совсем по-разному. Когда я увидел, как вы стоите, вытянувшие от восторга перед тем психоделическим портретом Анжелы Дэвис, стало ясно, вы поняли. Оранжевое, золотое. Вряд ли вы раньше думали, что мир может выглядеть так. Что и вы можете выглядеть так. Так, благородно. Ты молодец, что зашел так далеко. Посмотрим, как справишься дальше. Мы с Финой вспоминали ту поездку не один месяц. Да, мама с папой умели вдохновлять. Эй, я скачала твое приложение. Ладно, потом поговорим. Голосовая. Заблокировали. Привет, Майлз. Теперь, когда я в тюрьме, ты многое обо мне узнаешь. И о том, что я сделал. Я подписал явку с повинной, поэтому задержусь тут года на два. Но не ради короткого срока я сдал Крикера. Ты сказал, что должен быть хорошим человеком. А это значит, что приходится жертвовать многим ради других. У меня мало практики. Но я пытаюсь. Спасибо тебе, парень, за то, что сделал лучше для меня. Береги себя. Люблю тебя. О, черт! Что ты?
говорят, подполье, рядом с тобой рекламный щит взломало. Спорим, я вырублю его бесшумно. Джерри, ты тут? Я пытаюсь починить генератор. Понял. Открываю дверь. Тебе визитку. Извиняюсь, дорогу Человеку-пауку. В этом особом выпуске у нас в гостях новоизбранный советник Рио Моралес из Гарлема, принявший особо деятельное участие в остановке экспансии Роксона после того, как стало известно, что они поставили жизни нью-йоркцев под угрозу своим крайне нестабильным источником энергии под названием Нупор. Здравствуйте! Спасибо, мистер Джеймсон. Должна признаться, я была удивлена, когда вы связались с моим офисом. Мой продюсер Джаред очень настаивал на имени. Он говорил, что мы должны расширить охват аудитории, особенно после того, как вы выступили куда менее популярной планете. А, да. Даника Харт такая чудесная. А мои слушатели хотят знать, как вы планете... Человек-паук, не трогай меня! Ничего не могу! Кто-то перехватил управление! Что людей пугать! Все. Теперь передатчик. Сигнал слабей. Еще один. Эй, парень из Роксона. Все норм? Нет, высота стабильна. Управлять я не могу, но не падаем. Thank you.
проверьте, что делся в порядке. Поняла. Что Роксон уходит. Машина Пира попала в беду. Эта еда нужна людям. Надо помочь. Если не вытащу машину из сугроба, она никуда не доедет. О, спасибо, друг. Я развожу праздничные обеды, но машину занесло снегом. А ведь эту еду ждут люди. Можешь помочь? Думаю, да. Сейчас попробую вас вытащить. Тут поможет паутина. Говорит другой паук. И в снег, и в град. Ты крут, чувак. Получилось? Спасибо науке физики. Мне кажется, я и с этим могу помочь. Сейчас я вам прикурю. И не беспокойся, током не ударит, ведь покрышки резиновые. Честное слово. Ты не знаешь, как он называется? Знаю, просто... Немного биосилы и бам! Все готово, заводи давай! Ты просто спаситель. Все, я погнал. Люди... Эта еда сегодня порадует многих обездоленных. Он список адресов забыл. Куда же он без них? Надо подобрать список адресов и вернуть. Так, водителю нужен список. Надо догонять. Быстро едет. Видать, сильно опаздывает. На дороге. О, ух ты, спасибо. Сегодня ты получишь золотую звезду. Удачи! Надеюсь, остаток дня будет повеселее. Привет, чувак. Круто, что ты пользуешься приложением. Оно уже пошло в народ. Я не удивлен, чувак. Ты молоток. Просто браво. Носорог вам не поможет. Подавляющий! Сейчас будет!
готово. Надеюсь, больше тут зэков не осталось. Пропал чей-то код? Конечно, я помогу. Вектор, это мой кот. Выбежал, пока я ходил за почтой. Вот, его любимый рюкзак. Если найдешь его, он заползет туда. Что за фишка с котами и рюкзаками? А есть у вас что-то с его запахом? А это его любимая игрушка. Мило. Просканируем. Ага, есть след. Держитесь, Вектор возвращается. На тех школьных автобусах. Шустрый малыш. Да, дохлая крыса. 1-0 в пользу Вектора, но я на верном пути. Ушел под автобус. След ведет вниз. Нет уж, спасибо, пойду поверху. Надеюсь, хозяина Вектора не смутит амбре дохлых крыс и сточных вод. Здесь Вектор не выходил. Здесь он не выходил. Пожалуйста, Вектор, не заставляй меня туда лезть. След идет вверх. Вот здесь он и вылез. В канализацию можно не лезть. Я потом костюм не отстирал. Вектор Вектора ведет к пожарному выходу. Классно прыгаешь. Ошейник Вектора. Еще теплый. Почти на месте. Да. Кошки не подчиняются законам природы. Ушел под вентиляцию. Придется поползать. Вектор, держись, дружище. Я иду. Нашел. О, Вектор, теперь ты действительно пахнешь Нью-Йорком. Пора домой. Вот. Спасибо. Ну и запах. Все, Вектор. Быть тебе полностью мытым. Хороший котик. Пошли там. Вонючий, но очень классный. Пора делать крутые селфи. Свою эмблему на рекламном щите. Сильный ход. А
вот и подпольщики. Ну и как сейчас продвижение бренда? Сосед Человек-паук 1, рекламная служба подполья 0. Возвращается. Ага. Удивлен, что Соболь ее вообще отпустила. МЖ описала ее как серьезную, холодную и расчетливую. По их меркам это высшая похвала. Они теперь считают лучшие подруги. Человек-паук, привет! Знаю, что ты занят, но можно с тобой селфи сделать? Боже мой, спасибо! Встань вот тут. Спасибо, паук.
Впервые вижу, чтобы труба так рванула. Спасибо за оперативную помощь. Ребята говорят, у тебя приложение есть? Я в этом профан, но ради тебя установлю. Я не хотел говорить при пауке, но странно, что сработал водопровод. Огонь мог разойтись. Вода потушила машину. Вряд ли там все... Привет! Конечно, я прикрою. Езжай в аэропорт за МДЖ. Ты, наверное, рад, что она возвращается. Ага. Удивлен, что Соболь вообще отпустила. МЖ описала ее как серьезную, холодную и расчетливую. Ого! Сколько же тут льда! Посмотрим, что скажет крановщик. Значит, это писк напал на Гарли. О, мой! Привет! Конечно, я прикрою! Езжай в аэропорт за МДЖ! Ты, наверное, рад, что она возвращается. Ага. Удивлен, что Соболь ее вообще отпустила. МДЖ описала ее как серьезную, холодную и расчетливую. Твой кран клюет носом? Чем могу помочь? Да, в точку. Мотор накрылся, и из-за льда кран накренился на бок. Да уж, дело плохо. Я убрал людей с площадки, но он может завалиться на улицу. Нужно сбить лед, пока он не рухнул. Разберусь. Сперва собью лед, а потом можно и краном заняться. Так, ладно, познакомиться. Да, юмор у меня явно хромает. Мне это начинает нравиться. Ну, почти готово. Ледяное спокойствие мне не свойственно, но... А, позорище. Ух. Теперь найти место, откуда зацепить кран. Так, нужно просто отклонить его назад. Нет, 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 нет! Ладно, жертв нет. Но если я правильно помню, здесь с минуты на минуту проедет поезд. Надо его разломать. Время вышло! Что ж, все это было только верхушкой айсберга, но все, на сегодня хватит шуток про лед. Кому-то нужна помощь в поиске машины. Как ее припарковать-то на Манхэттене удалось?
кажется, это тот парень. Привет. Машину ищете? Ага. Отдежурил двойную смену. Пошел к машине, а ее нет. Я 12 часов на ногах. Хочу вернуться домой и лечь спать. Я могу помочь. У вас же брелок с собой? Это пикалка, чтобы дверь открывать? Да, вот она. Отлично. Пропавшая машина скоро найдется. Так, я могу отследить сигнал от ключа и найти машину. Угнать машину санитара скорой посреди зимы? Да уж, ледяное сердце. Во всех смыслах. Сразу видно. Тут угнанные тачки разбирают. Машина наверняка здесь. Мы простые американцы. Чего пристал? Хотите меня разжаловать, чтобы я закрыл глаза на воровство? Понимаешь? Это так не работает. Извини, но попытка хорошая. Все. Теперь нажму кнопку и найду машину. Где-то рядом. Пойдем на звук от сигналки. Пойду на звук. Источник звука. Эй, я нашел твою машину. Сейчас напишу, где она. Отлично! И полиция наконец-то приехала. Может, подвезут меня к тебе. Еще раз спасибо. Я всем скажу, чтобы пользовались твоим приложением, когда посплю. Рад был помочь. Эй, ну, все. Угадай, какое я приложение на 24-м месте в топе по Нью-Йорку. Дружелюбный сосед. Чувак, мы вышли в 25 лучших. Это что, круто. И немного страшно. Посмотрим, что задумали подпольщики. Что-то глушит каналы связи экстренных служб. Надо разобраться. Человек-паук, слава богу.
Что-то мешает работе каналов связи. Не можем связаться с пожарными. Там никого больше нет? Нет. Но если не потушить пожар, огонь перекинется на соседние здания. Слышишь? Только шум. Я смогу найти источник. Не волнуйтесь, я налажу вам связь. Чем быстрее я найду источник, тем скорее приедут пожарные. Паутиной такой огонь не погасить. Источник радиопомех совсем рядом. Огонь отлично взялся, и эфир все еще забит. Хорошо, что мы обесточили вышку. Страховая заплатит только если все здание сгорит. Связь не должна работать до конца пожара. Глушить переговоры ради страховки? Еще чего. Эй, ты точно знаешь, что делаешь? Я посмотрел видео в интернете. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Город возможностей. Нашего вырвать. О, парни! Зря вы не застраховались от Человека-паука! Сам напросился! Нет сигнала, потому что нет питания. Надо зарядить генератор. Сигнал по-прежнему откуда-то глушится. Видимо, есть еще группа мошенников. Мистер Фельдшер! Тут какие-то люди пытаются сжечь здание ради страховых выплат, поэтому у вас нет связи. Шутишь? Они подвергают людей опасности. Да. Что там с пожаром? Пламя скоро перекинется на соседнее здание, а я все не могу связаться с пожарными. Скоро все будет нормально. Держитесь там, я сообщу. Уже близко. Стой. Сигнал становится сильнее. А, что ты сделал? Почему чуть что сразу я виноват, а? Я тебя чем-то обидел? Некогда их слушать. Нужно восстановить сигнал. Я немного волнуюсь за жителей. А если огонь перекинется? Ха-ха, ты у нас новенький, да? Эй! Человек-паук! Кто его прибьет, получит премию! Я ему все кости переломал. Теперь осталось врубить питание. Ну вот, кажется, порядок. Надо вернуться и удостовериться, что связь в порядке. Эй, ну как теперь связь? Сигнал громкий и четкий. Уже связался с диспетчером. Пожарные машины на подходе. Пожарные как раз успели потушить огонь. Я точно поставлю приложение 5 звезд. Рад был помочь. И другим расскажите. Чем больше пользователей, тем безопаснее будет в городе. Я всем о нем расскажу. Спасибо тебе, Человек-паук.
О, кто-то застрял на стене и написал об этом в приложении. Надо бы проверить. Не для краж. Не лезьте в свою кровь! 1-0 в пользу Человека-паука. Не знаю, как и благодарить. Главное, что вы не пострадали. Похоже, это тот самый мойщик. Привет! Конечно, я прикрою! Езжай в аэропорт за МДЖ. Ты, наверное, рад, что она возвращается. Ага. Удивлен, что Соболь ее вообще отпустила. МДЖ описала ее как серьезную, холодную и расчетливую. По их меркам, это высшая похвала. Они теперь, считай, лучшие подруги. Человек-паук, слава богу, ты здесь. Мою платформу закоротило, я застрял. Я могу спустить тебя вниз. Ну или включить платформу. Лучше включить платформу. Электричество отключили. Странно. Надо разобраться с ними. Так, осталось лишь подключить провода и готово. Ой-ой, все пошло не так. Наверное, выбило пробки на том конце. Надо проследить, куда ведет провод, и включить заново. Держитесь, сэр! Я сейчас вас подниму! Генератор? Отлично! Должно сработать. Осталось включить пробки. Кажется, напряжение появилось. Где будет свет? Класс! Ты спас меня! Господи, даже не знаю, как отблагодарить. Да ладно, ничего такого. Приложение пишет, что для меня есть пас. Надо бы забрать поскорее.
Привет! Конечно, я прикрою. Лечу в аэропорт за МДЖ. Ты, наверное, рад, что она возвращается. Ага. Удивлен, что Соболь ее вообще отпустила. МДЖ... Посмотрим. Приятно. Ух ты! Спасибо, соседи! Джей, ты, наверное, рад, что она возвращается. Ага. Некуда бежать, Человек-паук! Нужна помощь! Больше тут зэков не осталось.